Всем привет! Это канал «Вкусный уголок». Сегодня хочу вам показать наш любимый рецепт молодого картофеля. Для этого берем молодую картошку. Здесь у меня 1,5 килограмма. И чем мельче она будет, тем лучше. И желательно брать примерно одного размера. Чистить ее не нужно, просто хорошо моем и все. Теперь сюда по вкусу добавляем соль. У меня здесь 1,5 чайные ложки. Грамм 50 растительного масла без запаха. И хорошо перемешиваем. Затем берем противень от духовки, смазывать его ничем не нужно. Выкладываем весь картофель и ставим в заранее разогретую духовку до 190 градусов примерно минут на 30. А там уже проверяйте, если картошка мягкая, значит готова. Все, картошка испеклась. Проверяю я всегда одну из самых больших. Если она мягкая, значит остальные тоже приготовились. К такой картошке я еще приготовила салат и буду подавать к ужину. Это вкусно, быстро и полезно. Ну а если вам понравилось, ставьте лайк и подписывайтесь на мой канал. Будем готовить вместе!